На фоне протестов в Иране арестована дочь бывшего президента этой страны Хашеми Рафсанджани Фаиза Рафсанджани, сообщает телеграм-канал «Азад Иран». Она была заключена под стражу за участие в акциях и призывы к протестам. Согласно информации, задержание было проведено сотрудниками сил безопасности в восточной части Тегерана. Отмечается, что ранее Фаиза Рафсанджани заявляла, что если бы ее отец оставался лидером, то в короткое время тоже превратился бы в диктатора. А тем временем в иранском городе Чабахар протестующие уже захватили правительственные управления. Отмечается, что госструктуры попали в руки этнических белуджей. Город уже находится под контролем населения.